Игра «Время приключений. Финн и Кости». «Время приключений» — это не только замечательное предложение, а новый обзор развлекательной игры с участием мальчика Финна и его друга собаки-мутанта Джейка. Игра была создана по мотивам американского мультсериала «Пендельтоном Уордом» и спродюсированной компанией Cartoon Network Studios. Все приключения и события происходят в постапокалиптическом мире, называемом Земли У, что является нашим миром, который пережил 996 лет назад атомную войну. Жители этого мира называют ее Великая война грибов. После этой катастрофы все земляне, которые выжили, начали мутировать, а в их жизнь пришла магия. Два друга, Финни и Джейк, проживают домики в деревне и обожают приключения. Они либо стараются находить их, либо получают задания от местных жителей Земли У. Ведь Финн и Джейк персонажи, что всегда спасают всех, кто остался в беде. Кроме того, вы встретите много добрых и злых героев в этой замечательной игре, что увлекут вас, а качественная графика не оставит вас равнодушным к этой игре. Развлекайтесь вместе с Финном и Джейком, и ваше настроение будет на высоте. Перед вами обзор игры по мотивам популярного мультфильма «Время приключений». Игра «Время приключений. Финн и Кости». Племя страшных скелетов похитило беднягу Джейка, и теперь его друг Финн держит свой путь в земле мертвых, чтобы спасти своего товарища от смерти. На пути Финна будут встречаться множество врагов, а помогать ему будет принцесса Бубульгум и ее отличное знание в науке. Принцесса будет помогать вам создавать новое оружие из несколько найденных элементов. Вы всегда должны проверять свой инвентарь и обязательно хорошенько экипироваться перед битвой. Это значительно увеличит ваши шансы на победу. Во время битвы вы можете использовать эликсир и подлечивать своего персонажа. Не стоит забывать, что побежденные враги всегда что-то теряют. Подбирайте все, что попадется. Мало ли что может понадобиться в игре. Помогите Финну спасти Джейка от пожирания голодными скелетами. Удачи вам в игре! Подписывайтесь на канал Я Геймер, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии внизу под видео.